Доброго дня усім, хто зараз дивиться «Твоє місто». Я Наталя Лазарович, і ми зараз на IT-арені, на найбільшій техноконференції Східної Європи. Цьогоріч тут зібралися близько 4000 учасників. Це IT-експерти, це засновники стартапів, це програмісти, лідери українських IT-компаній і загалом всі, хто цікавиться новітніми технологіями. Людяність технологій – це саме так звучить цьогорічна фокус-тема IT-арени. Організатори наголошують, що технології можна використовувати і в поганих цілях. Це маніпуляції, хакерство, шпигунство, крадіжки. Але компанія GlobalLogic розробляє позитивні інновації. Сьогодні ми спілкуємося з Олександром Пащенком. Пащенком – це старший керівник медичних проєктів компанії GlobalLogic. Вітаю вас. Добрий день. Поговоримо сьогодні про вашу розробку. Це стрімінгова система даних про пацієнтів, які знаходяться у каретах швидкої допомоги. Розкажіть, що це і як воно працює? Да, компанія GlobalLogic приймала участь в розробці рішення для карет скорої допомоги і госпіталей. Вот ми розробили онлайн-систему, де можна смотреть за пацієнтом, за його состоянием, вот з того моменту, як він попав в карету скорої допомоги, що з ним відбувається. Полностью получить всю картинку вот в госпитале, где есть доктор, который наблюдает за этим процессом. Вот у него есть такой планшет с приложением, где он видит вот видео и аудио всего, что происходит. Есть возможность мониторинга жизненно важных показателей пациента. Это вот и сердцебиение, и давление. Также есть информация о том, через сколько минут пациент прибудет в госпиталь. Есть возможность понимания, какую команду лучше подготовить для приемки этого пациента. Есть информация о том, какой протокол был выбран бригадой скорой помощи. Или это травма, или это может инсульт. Вот, таким образом, сам доктор может координировать подготовку на стороне госпиталя. Да? Необходима ли какая-то дополнительная информация в плане там, медикаментов, в плане нужна ли операционная. То все это подготавливается заранее. Также у доктора есть возможность посмотреть, какие есть кареты скорой помощи на выезде активные. Он может между ними переключаться, смотреть, что там происходит. Все эти действия логируются на сервере. Вот в случае, если потом необходимо просмотреть, проанализировать какие-то шаги, вот всегда можно вернуться, посмотреть этот архив, как менялись показатели пациента, да, вот все видео, аудио записи, все это доступно. Отримати інформацію про пацієнта до того, як він потрапить в медзаклад, і окрім того, таким чином проконтролювати, що могло піти не так. Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Це, власне, ця розробка спрямована на український ринок. В принципі, компанія GlobalLogic не продуктова, ми більше займаємося сервісами, да, ми R&D компанія. Вот, поэтому в рамках этого проекта мы показывали возможности компании, возможности технологий. Здесь мы использовали WebRTC, это технология от компании Google, специально адаптированная под передачу real-time данных. Вот. И здесь дальше мы уже общаемся с нашими клиентами на предмет того, в каких продуктах эта технология может быть интегрирована. Знаємо, що у вас є ще медичні розробки, власне, от вони зараз перед нами. Розкажіть, що це і як воно працює. Да, это ещё один из proof of concept'ов, которыми занималась компания GlobalLogic. Здесь вы видите набор автоинструментов, но мы его взяли в качестве аналога медицинскому набору, потому что с медицинским набором тяжелее передвигаться. Вот. Идея этого проекта заключается в том, что есть компании, которые заказывают определенные медицинские инструменты под хирургические операции. Есть компании, которые собирают такую конфигурацию. Но прежде чем вот этот ящичек с инструментами уедет в госпиталь, есть технический персонал, который проверяет конфигурацию всех этих инструментов. Сейчас это ручной процесс, где есть документ, который распечатанный, человек вручную, ставя галочки, проверяет соответствие спецификации и вот наличие всех этих инструментов в ящике. Мы предложили автоматизировать этот процесс с использованием Google Glass технологии. Вот мы полностью освободили руки этого технического персонала. Вот здесь нам достаточно захватить картинку,
картинка отправляется на сервер, где есть нейронная сеть, которая идентифицирует любое отклонение от стандартной конфигурации, будь то отсутствие какого-то элемента, либо какие-то элементы там перепутаны местами, либо есть какой-то элемент, который не должен быть в этой конфигурации. То есть нейронная сеть возвращает информацию детальную о том, что не так. Да, если это отсутствующий элемент, то как он выглядит, как он называется, какой его port number. Поэтому технический персонал может быстро найти его, дополнить конфигурацию, сделать еще один чек всей этой конфигурации. Система говорит, все хорошо, можно запаковывать эти инструменты и отправлять в госпиталь. Вот. Таким образом, мы решаем несколько задач. Первое – это упрощение логистики, потому что это интеграция с какими-то логистическими системами. И вторая – это уход полностью от человеческого фактора, потому что здесь система уже анализирует всю конфигурацию. Ну и третий момент – это улучшение качества и скорость вообще всего процесса. До прикладу, так… Цю технологію можна застосовувати при перевірці хірургічних інструментів. Так, 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 так. Чи може вона визначити, чи достатньо простерилізовані ці інструменти, чи вони не зламані? Як это вот ещё одно направление, над которым мы сейчас работаем, потому что помимо того, что мы подготавливаем инструменты, после проведения операции инструменты возвращаются в госпиталь. И вот как раз там мы уже решаем другую задачу. Первое — это идентификация элементов, которые были использованы и которые надо доложить в этот ящик с инструментами. И вторая задача – это инспекция каждого элемента, когда нужно взять его, просмотреть, что нигде нет никаких мятин, все инструменты в надлежащем порядке, и они готовы для стерилизации и подготовки к последующим операциям. Ця технологія може зменшити такий людський фактор при якійсь стерилізації, при перевірці цих інструментів, так? Да, да. Ми стараємося по максимуму автоматизувати такі процеси, вот, і використовувати останні технології, як machine learning, machine vision, для упрощення такого роду задач. Ті медичні розробки, про які ми поговорили, це лише частина медичних розробок, да, компанії Global Logic. Розкажіть, як плануєте їх інтегрувати в українську медицину? Сейчас мы ведем переговоры с несколькими провайдерами украинских информационных систем о том, как мы можем интегрировать вот наши наработки в национальной медицине. Вот. Есть несколько еще дополнительных разработок, над которыми работает Global Logic. Это и приложение, которое позволяет оценить в домашних условиях родинку, да, где человек может взять просто мобильный телефон, навести на свою родинку и посмотреть, есть ли у него какой-то риск злокачественное образование. Вот. Есть приложения, которые направлены на идентификацию асимметрии лица, которые в последующем будут интегрироваться с системами анализа, принятия решений и помощи докторам в анализе, есть ли у человека, например, какие-то признаки инсульта на лице. Вот. Сейчас мы работаем над такими приложениями и надеемся, что в скором будущем они уже будут в украинской медицине. Дякую вам за розмову і бажаю вам успіхів у ваших розробках. А вас, спасибо. Глядачі, прошу не переривати перегляд. Ми за декілька хвилин повернемося знову вже з іншим спікером.
Тож ми повернулися і зараз матимемо розмову з нашим наступним експертом. Це Рубен Німенхаус. Він є експертом у будівництві техноекосистем і також надихає українців до будівництва таких екосистем у рамках ініціативи Tech Ukraine. Okay, hi, nice to meet you. Nice to meet you. Please tell us something about Tech Ukraine. So Tech Ukraine is a nationwide initiative to strengthen the startup and tech ecosystem, like startups, scale-ups, the product companies, IT service providers. And we have all kinds of initiatives to have Ukraine more on the map. So we will open in 2 days from now a portal, techukraine.org. Everything on the tech sector of Ukraine is on one place, like the startups, like news, like the locations. Also for people that want to work, you know, talent from abroad. So everything is on one place. Another initiative that we will start is with four cities, that cities will start being an early adopter, being a lead user for products from startups. That is called Startup in Residence. It's one of the initiatives that we run. And the last initiative that we started with is to help startups to grow internationally. So it's a readiness program, so we educate them, we connect them with networks around the world to really grow globally. So these are three initiatives. Much more is needed, so the upcoming years we will, you know, grow this program together with all stakeholders and with all cities throughout the country. Okay, you learned a lot about IT ecosystems in different cities of the world and wrote a book, Startup Cities. What's your opinion? It's effective to build separate tech parks and like they do in Lviv, IT houses, or to make people in IT more integrated with the community? So, first of all, you see everywhere in cities, you see all kinds of places in a city where you see a science park or a tech park or a startup hub. So that is happening. In Kiev, you see that happening, in Odessa, but also in Amsterdam, in London, you have, you know, many places. And therefore, we are now here at Lviv IT Arena. So during these events, they all come together. So, you know, then they work together, then they meet each other. So on one hand, it's, you know, something that is normal, that is a bit fragmented. On the other hand, what we should do is collaborate a bit more and do things also together. Which Ukrainian cities, in your means, have the greatest potential of IT developments and startup developments? So let me tell you a story. Is one of the fastest growing retail, one of the fastest growing startups in the Netherlands comes from a tiny little place in Assen. Nobody knows about this place. And once they were scale up, then they set foot in Amsterdam and they're now growing their business. The name is Katawiki. That's still the headquarters is in Assen. So from my perspective, it's not Kiev, it's not Odessa, it's not Kharkiv, it's not Lviv, it's everywhere. Throughout Ukraine, when you have a laptop, when you have, you know, people that can do some coding, when you have a combination of a hacker, a hustler and a hipster, then you can build a company. And then eventually you will grow and you will set up, you know, teams in Lviv and in Kiev, and then you will grow into Europe. So it can happen everywhere. I have now seen five cities here in Ukraine, and I do believe it is already happening. Okay, but Lviv have a good potential. Mm-hmm. What place on this list has Lviv? So I don't do rankings. I don't do rank. No, I think it's more the nation as a whole. And it is like, hey, what city is specifically good at something? Like, what are the ingredients of an ecosystem? What is the culture? I do think it's good to also collaborate. You see, in the Netherlands, you see, for instance, Leiden, together with Nijmegen and with Amsterdam, they are strong in health, and then they collaborate. So I think here in Ukraine, the same challenge. Like, how can these, let's say, cities collaborate? I've visited Kiev many times, I've been to Odessa two times. For me, it's the first time in Lviv, so I have to find out what is the strength of Lviv, and also what is the positioning of Lviv, and then how it relates to other places in Ukraine, but also beyond Ukraine.
give some advice for Ukraine, for Ukrainian people, for IT people in Ukraine? So it is the advice that I gave 5 years ago to people in Amsterdam, and that I'm now giving to people in Cologne, Montreal, and wherever in the world. Be proud of your ecosystem, tell about it positively, and know the stories of, you know, what's happening in Lviv, in Odessa, in all these places. So know the story, and as of in 2 days, we have this portal live. So then you can invite people to go and search, go on the internet to techukraine.org, and you can read everything about it and then share that portal, but also bring the stories from Lviv and from Odessa onto that portal. That would be my advice. What do you think about potential all Ukraine, of this country? Yeah, you have this startup city narrative, then you have Israel, startup nation. For me, I now consider Ukraine as tech nation. So I think it's a huge potential, and I see tech more as a crossover. So it's not a sector, it's not IT, but it's a crossover. So when we can grow as a tech nation, then it will also impact the health sector, it will impact the public sector, it will impact everything. And then it might potentially be one of the top five tech nations there are globally, as it's a huge country. It's located really in a perfect way. So it's a challenge, but let's move forward together. Okay, thank you. Отож, IT-арена ще продовжуватиме свою діяльність тут завтра. Також хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Yeah.